Правительство Московской области совместно с муниципалитетами реализует масштабный проект по выявлению незарегистрированных капитальных построек. В Серпухове этот вопрос находится на контроле главы городского округа Дмитрия Жарикова. Какие объекты необходимо ставить на кадастровый учет и чем грозит неисполнение требований закона, жителям рассказали на собрании в администрации. На всей территории Подмосковья проведена аэрофотосъемка частных владений. На территории городского округа Серпухов зафиксировано более 1000 строительных объектов. Полученные снимки сопоставляются с официальными данными Росреестра, налоговой службы и БТИ. Владельцам неоформленной недвижимости отправляют официальное уведомление о необходимости зарегистрировать имущество. Как поставить на учет дом в садоводческом товариществе или капитальную постройку на земельном участке под индивидуальное жилищное строительство, владельцам частной собственности объяснили на собрании. В случае, если при аэросъемке произведена ошибка, объект зарегистрирован, и мы вас пригласили сюда ошибочно, вам достаточно будет просто написать заявление в адрес администрации и указать, что ваш объект поставлен на кадастровый учет. Наши сотрудники это могут проверить, вопросов к вам не будет. Вы идете в МФЦ и пишете заявление, что просим вас учесть в реестре объектов недвижимости зарегистрированный за мной объект, расположенный на земельном участке. Прикладывайте копии свидетельств, выписки из ЕГРН, в общем, всех документов, удостоверяющих право. Тогда мы в этом случае исключим вас из этого реестра. Всем остальным я предлагаю обратиться либо в муниципальное учреждение для оформления техпаспорта и с дальнейшими документами непосредственно в управление архитектурой и строительства соответствующими уведомлениями, комитет по управлению имуществом. В соответствии с законодательством все капитальные строения облагаются налогом на имущество физических лиц. За незарегистрированные постройки придется заплатить госпошлину в двойном размере или они будут снесены. Последние изменения в Гражданский кодекс 222 статью были внесены 3 августа 2018 года. В соответствии с этими изменениями увеличен перечень объектов, которые могут быть снесены, которые не зарегистрированы, построены без соответствующего разрешения на строительство. Поэтому в этот перечень также добавлены индивидуальные жилые дома на земельных участках, а также, если индивидуальный жилой дом построен на земельном участке без разрешения на строительство и при этом используется не для цели индивидуального жилищного строительства, также может быть изъят земельный участок. При аэрофотосъемке могла быть произведена ошибка, и в реестр незарегистрированных объектов попала крыша некапитального строения, например, навеса или сарая. Ошибку легко исправить. По всем вопросам необходимо обратиться в Центр содействия строительству, капитальному ремонту и правового обеспечения учреждений городского округа Серпухов по адресу улица Советская, дом 61/10.